4 дня сбора подписей. Первые итоги. Более 1000 человек хотят уберечь площадь Сахарова от бездумной застройки и вырубки деревьев. Общественники при нас подают заявление на проведение митинга в городскую администрацию. Мы нашли, значит, широкий отклик. Около 1500 человек подписались под обращением к губернатору. Поэтому мы считаем, что нам нужно показать этих людей. Проведем митинг. На днях станет известно, одобрят ли власти мирное шествие. Напомним, ранее в Барнауле уже проходили массовые одиночные пикеты в защиту площади. Многих жителей города возмущает, что облик площади Сахарова может разрушиться на глазах. Последней каплей стали планы Алтайского госуниверситета построить 12-этажный корпус на месте сквера. Сейчас на площади Сахарова у нас возникло три проблемы. Это первое – строительство корпуса АГУ на месте сквера. Второе – это возможность строительства жилого дома на месте баков и еще одного жилого дома на участке за ним. И также еще проблема, сложившаяся с созданием Титов-арены. То, что здание просто сейчас похоже на ангар, а изуродован его архитектурный облик, так оно и не доделано. После Дня города в прошлом году на площади убрали колесо обозрения. Это стало предвестником того, что скоро здесь начнется строительство. Общественники уверены, Сахарова – сердце города, и его нужно уберечь от длинных рук застройщиков. Уже все. Никакой праздничной площадки там не будет. И 40 лет истории празднования всем городом всех важных мероприятий на площади Сахарова на этом закончится. А не хотелось бы, у нас же нет второй такой крупной праздничной площадки такого же размера. В УЗИ уже до этого сообщали, что строительство объекта было запланировано еще в конце 80-х. Но защитники зеленого сквера считают, надо учитывать, что сейчас на дворе 2021-й. Администрация и Алтайского края, и города Барнаула уже дала недвусмысленно понять, что не учитывать мнение горожан – это ошибка. Мы не хотим держать и не пущать. Мы хотим равного диалога, мы хотим компромиссов, мы хотим переговоров. А накануне, к слову, завершились торги. Стала известна компания, которая сделает рабочий проект для корпуса АГУ. Проектировщик уже выразился, что противники нового строительства – противники развития города. И надо строить, чтобы удержать молодежь в регионе. Правда, есть большие сомнения, что молодежь покидает Алтайский край только потому, что на площади Сахарова нет корпуса АГУ. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.